Полезный город. Добрый день, у микрофона Ольга Близина. У нас в гостях сегодня директор управляющей компании «Паритет» Анна Клепикова. Здравствуйте. И заместитель директора филиала по розничному страхованию Кировского регионального филиала ООО «СК Согласие» Наталья Милютина. Добрый день. Встречаемся мы с вами в межсезонье, так скажем, коммунальное, когда завершилась зима, завершился отопительный сезон. Впереди большие, видимо, планы по межсезонью. Горячая пора – это сейчас или она прошла, и вы к ней готовитесь к следующей? Горячая пора прошла, потому что летний период – это более плановый период, когда все понятно, что необходимо делать, как готовиться к отопительному сезону предстоящему. Все идет в плановом режиме. В зимний период – это более такая пора неожиданностей. То есть неожиданно выпал снег, неожиданно пришли морозы. Это, как всегда, у нас это все происходит неожиданно. Хочу сказать, что этот отопительный период мы прошли хорошо. Снег убирался вовремя. Слава богу, ни на кого ничего не упало. Поэтому мы считаем, что это хороший показатель по прохождению отопительного сезона. А, кстати, вот, да, эти огромные сугробы, за уборку которых предлагали власти ввести даже плату с управляющих компаний, как вы эту ситуацию решали? Хватало ли средств, тарифа, да, которые оплачивают граждане для того, чтобы все это вывести? Или там приходилось как-то хитрить, изворачиваться? Мы решали эти вопросы непосредственно с собственниками. В некоторых домах это изначально известно перед началом зимнего периода, что там 100% необходимо снег вывозить, и там уже это все заложено в тарифах. В тех домах, в которых это не заложено в тарифе, соответственно, это все со старшими, с председателями, с советами домов. В большинстве случаев собственники принимали решение не вывозить снег, чтобы не тратить деньги, потому что, ну, в принципе, такого половодья, которое вот представляли все после такой снежной зимы, его не было. На нашем жилом фонде проблемы такой, что где-то что-то затопило, какие-то лужи были, ее не было. А парковаться во дворе не мешали эти сугробы огромные? Мешали, но вот принимали такое решение. То есть как-то выходили из ситуации, то есть у нас очень грамотные жители, и они вот принимают такие решения вместе с управляющей компанией. Угу. Что касается подготовки к новому сезону, есть ли какие-то новшества, которые вот управляющая компания «Паритет» сейчас прорабатывает? В текущем году или уроки прошлого, скажем? Это все уже было сделано в предыдущие периоды. То есть все необходимые требования, которые выдвигались к подготовке к отопительному сезону, они уже были в ранее. То есть сейчас это просто опрессовка, промывка системы теплоснабжения. То есть там уже все настроено. Все приборы учета поставлены, все терморегуляторы, то есть все, что требовала теплоснабжающая компания, нами уже было сделано. То есть тут, если какие-то только мелкие доработки, более спокойно мы в этом году уже будем все это отрабатывать. Угу. Не зря я спросила все-таки про новшества, и не зря у нас гостей сегодня двое. Со страховой компанией «Согласие» вы для города, наверное, какой-то эксперимент, да, скажем так, проводите. Что это такое? Мы совместно со страховой компанией «Согласие» запустили в этом году проект по страхованию имущества через платежный документ управляющей компании. Мы оценили и с удовольствием, так скажем, решили посотрудничать с данной страховой компанией. Так, Наталья. Вообще, в принципе, данный опыт, он не новый. В наш регион заходили несколько раз, да, с такими проектами, но в чем отличие именно данной программы, хочу как раз рассказать. Компания «Согласие» с 2012 года участвовала в программе льготного страхования жилья в столице. Данная программа, безусловно, имела не только длительный период, да, она действительно помогла и была полезна москвичам. В целом, в Москве за весь период страхования страховые компании выплатили более 4 миллиардов рублей по 300 тысячам страховых случаев. Это серьезная поддержка, это, безусловно, социально значимый вид страхования и проект в целом. Фактически, конечно, выплаты, которые получали люди, это не только экономия их бюджета, но это реальная поддержка семей, одиноких граждан, да, которые не могут за свой счет возместить те ущербы, которые возникают. Вот, да, а социальность здесь в чем? Расскажу подробнее, конечно. Сейчас хочу рассказать именно о том, как мы в этот проект вошли. Итак, в прошлом году данная
конкурсная программа стала транслироваться на регионы. Поскольку компания «Согласие» имеет филиалы практически во всех субъектах Российской Федерации, отклики в регионах достаточно активно пошли, да, именно на это предложение. В том числе и Кировский филиал один из таких активных. Сейчас и во Владимирской, в Пензенской, во многих областях тоже данный проект набирает обороты. Как только нам стала доступна программа, мы обратились сразу управляющих компаний с предложением рассмотреть такую возможность именно для жильцов этих управляющих компаний. Анна Борисовна, рассмотрев серьезное предложение, я так понимаю, не только от нас, согласились принять участие в этом проекте. И, собственно говоря, с марта текущего года этот проект нашел уже реализацию, да, и мы уже готовы поделиться первым опытом. Ну, что это такое? То есть люди же на самом деле не очень любят страховать свое имущество. У нас как-то с этой культурой плохо. Отчасти соглашусь, да, потому что страхование для простого обывателя, оно для многих сводится к обязательному страхованию, да, с каким-то то, что принуждают, это страхование автомобиля. Сейчас активно популярно добровольное страхование от укуса клеща в этом году. Но это то, что вот действительно человек видит необходимость в эту осознанную. Порядка 10-15% людей осознанно страхуют свои квартиры. Свои дома порядка 30%. То есть это общая статистика в страховании. Чтобы понять, зачем это необходимо, конечно, тут нужна и разъяснительная работа, и в том числе конкретные примеры помощи конкретным людям. О чем я говорю, в чем социальная польза страхования. Ну вот само по себе формально для человека, как я понимаю, это дополнительная строчка в ежемесячном платежке от управляющей компании. Да. Какая там обычно сумма стоит, потому что вот мы помним, как у нас капремонт тяжело, да, переживался, и до сих пор многие не понимают, за что они платят. Плата за вывоз мусора, то есть каждая новая строчка это всегда там... Это да. Это возмущение. Да. И именно когда жители увидели эту новую строку, конечно, было очень много вопросов, очень много волнений, что они могут ее оплатить случайно, нечаянно, у них там спишут в автоплатеже. Но к концу месяца, вот первого выставления платежки, уже все поняли, что так просто и случайно ее не оплатить. То есть это должен именно быть осознанный выбор человека, что он, да, я хочу застраховать квартиру. В чем еще плюс очень большой, что мне понравилось в данной программе, что предполагается страхование только на один месяц. То есть если собственник оплачивает страховку в марте, то квартира застрахована на апрель. На один месяц. То есть людям не надо страховаться на год, например, если они постоянно находятся в квартире и уверены в себе. Они могут застраховаться, например, на период отсутствия. То есть выезжая на дачи на летний период, уезжая в отпуск и быть совершенно спокойными, что у них квартира застрахована. А застрахована она не просто там, что от... что тебе причинят ущерб, да, там соседи какие-то сверху или пожар, а то, что именно даже ты можешь залить нижних соседей в случае выхода из строя инженерных коммуникаций у тебя в квартире. То есть это страхование гражданской ответственности, страхование от противоправных действий третьих лиц, то есть это, соответственно, если кто-то против вашей воли попал в вашу квартиру в ваше отсутствие, то есть это тоже страховой случай. Страховой случай вот в том числе и залив квартиры не по собственной воле, а там, например, соседями, либо при аварии на инженерных коммуникациях. Вот, то есть вот этот момент, он именно для собственников выгоден тем, что они могут застраховаться на один месяц. То есть сумма платежа уже не годовая, она ежемесячная. И по расчету страховой компании получилась страховая премия 5 рублей с квадратного метра квартиры, страховая выплата в случае наступления страхового случая 10 тысяч рублей с квадратного метра квартиры. То есть если это, например, квартира 50 квадратных метров, собственник платит 250 рублей, и на следующий месяц у него квартира застрахована на 500 тысяч. Поэтому вот со стороны управляющей компании мы видим, конечно, в этом большое, так скажем, преимущество для собственников. И тут, да, конечно, важно, чтобы люди понимали, это страхование не является обязательным. К выгодам что еще можно отнести? Это доступность, это, по сути, услуга под рукой. То есть, когда вы оплачиваете квитанцию за коммунальные услуги, и если собственнику это необходимо,
он может воспользоваться и страховой услугой. Может оплатить сумму вперед за несколько месяцев, это тоже все будет учитываться. То есть не нужно идти в офис, не нужно искать агента компании, еще какой-то. То есть это все доступно под рукой там, в мобильном устройстве и в квитанции по ЖКХ. При расчете стоимости в данной программе действительно применяются определенные льготы. То есть в расчет тарифа по льготному страхованию именно через управляющую компанию нет никаких наценок, да, за то, что это краткосрочное страхование. Средний тариф на страхование в данном случае, он не выше, а даже в некоторых случаях ниже расчета по классическому страхованию. Достаточно выгодные здесь тарифы на страхование именно гражданской ответственности. То есть с точки зрения потребителя, я могу сказать, что ценовое предложение более чем достойно. Но вот это вот какой-то готовый пакет получается. Да, это готовый я пакет. Не могу его как там, покупатель регулировать, например. Вот я боюсь, например, там, что меня затопят или я кого-то затоплю. Другое, остальное меня не волнует, я бы исключила. Но да, это особенность этого предложения, что оно пакетное. Вы вправе присоединиться к нему тогда, когда считаете нужным, да, и воспользоваться предложением вот открытой такой оферты. Но с точки зрения страхового покрытия, то есть от чего застраховано, от каких рисков, Анна Борисовна уже тоже об этом сообщила. Действительно, это полный пакет рисков, который бы вам был доступен при классическом страховании. Мы сейчас, к сожалению, наблюдаем случаи в нашем городе нередки. Пожары, взрывы газа, просто взрывы, заливы. Безусловно, это то, от чего вас защитит страховой полис. И действительно, мы часто, скажем так, надеемся на авось, но, к сожалению, беда не предупреждает. Укус клеща кажется нам более вероятным, чем потоп или пожар. Это тоже важно, но когда люди сталкиваются с потерей имущества в своем доме, то, что действительно защищает не одного человека, а целую семью, это серьезные риски. Помощь в данной ситуации, она важна незамедлительно. Не у всех есть отложенные средства на даже текущий косметический ремонт, что же говорить о том, что если действительно какие-то серьезные повреждения. Ну вот буквально, кстати, да, из моей личной жизни недавно сорвало во время стирки шланг от стиральной Очень машины. Очень распространенный случай. Первая мысль. Какой ремонт у соседей внизу? Сколько я им буду должна? Все верно, да. Еще первая мысль, застрахованы или нет. Потому что, да, случай такой нечастый, шланги, к сожалению, срываются, и здесь очень серьезный ущерб может быть причинен от такой незначительной поломки. И в данной ситуации полис, договор страхования через управляющую компанию данные риски тоже покрывает. Я хотела бы еще добавить, вот Наталья подняла тему социальной значимости. Я вот, например, вижу эту социальную значимость в том, что у нас зачастую в домах проживают граждане, так скажем, асоциальные, которые не имеют возможности не то что там выплатить ущерб в случае, если они залили нижних соседей, а даже за квартиру они не платят, то есть они не платят коммунальные платежи. И вот в этом случае вот соседи, которые живут внизу, и они знают, что у них вверху живут вот такие вот личности, страховка им именно поможет в том, чтобы возмещать вот этот ущерб, который они без страховки никаким образом не возместят, потому что взять-то с верхнего соседа нечего. Вот в этом я вижу как бы такой момент, что это в помощь тем людям, которые уже конкретно знают, что у них может произойти такая ситуация. А управляющие компании, вот какие выгоды несет эта страховка? Как гражданину понятно, а вот у вас в чем преимущество от того, что вы там преимущество в том, что мы договорились со страховой компанией, что это если будет причинен ущерб по вине управляющей компании, страховая компания его выплачивает, она регресс не предъявляет. Так, для тех, кто попроще немножко мыслит, что это значит? Если произошла авария на общедомовом имуществе и пострадало личное имущество гражданина, в этом случае, если он не застрахован, он обращается в управляющую компанию, и мы возмещаем ему ущерб. Если он застрахован, он обращается в страховую компанию, и ему страховая компания возмещает этот ущерб, а нам его не перепредъявляют. То есть вы не оператор и не тот участник схемы, который просто включает цифру в платежку, вы тоже застрахованный.
Получается Смотрите, мы тоже, когда выбирали управляющую компанию, безусловно, для нас был важен не только рейтинг этой управляющей компании, да, но и ее надежность. Для того, чтобы данные условия предоставить управляющей компании отказ от права суброгационного требования, наша служба провела серьезную проверку вообще в целом. Качество работы, как управляющая компания действительно относится к обслуживанию своего жилого фонда. То есть мы на себя эти риски принимаем сознательно, но и, скажем так, оценив их. Много ли жильцов доверили, да, свое имущество и согласились участвовать в этой кампании вот уже по итогам марта, да, и апреля, наверное, да, можно говорить? Достаточно много, на мой взгляд, то есть более 320 человек. Причем не случайно они оплатили эту строчку. Да, каждый выбор осознанный, потому что могу сразу тоже сказать, да, что при случайной оплате мы деньги возвращаем. Воспользовались этой услугой уже более 320 человек. Опять же говорю, что вначале это все равно ознакомительный, да, то есть было достаточно много обращений. То да. есть, вообще, кстати, тоже хочу сказать, мы ведем реестр всех обращений, всех граждан, кто задает нам вопросы, у кого есть сомнения, у кого есть возмущение, может быть, даже, да, то есть снимаем возражения, объясняем. Подавляющее большинство людей понимают, да, и многие принимают решение осознанного страхования после общения. Пик обращений у нас был в марте. Да, сейчас буквально месяц, 1, 2, 3 звонка. То есть что хотим сказать, что мы доступны для обратной связи. Наши контактные данные есть и на сайте управляющей компании, и в договорах оферты, которые разложены в ящике. Соответственно, любой может задать вопрос, эмоции какие-то, поделиться эмоциями. Пожалуйста, звоните. То же самое могу сказать про специалистов управляющей компании «Паритет». То есть у нас любой специалист может оказать консультацию по страхованию. Проводим, соответственно, еще и разъяснительную работу на отчетных собраниях собственников на квартирных домах. Буквально вот шквал обращений он был только после получения первого платежного документа. И это при том, что подготовку к выставлению отдельной строки в квитанции за февраль мы начали еще в 2020 году, в октябре месяце. То есть были размещены статьи во всех общедоступных средствах массовой информации с пояснениями, разъяснениями, mm-hmm. и тогда не было ни одного вопроса. Это да, как да. мусорная реформа, они говорили несколько лет, но когда получили квитанции все первые, вот тогда начались вопросы. Да, да. Это нормально. Это на самом деле... Вы, наверное, действительно... готовы к этому были, да? Конечно, да. Не совсем, потому что вот я лично считала, что мы провели подготовительную работу, что мы это вот разместили все на порталах это было размещено, соответственно, я говорю, в массовых средствах массовой информации, но что вот настолько будет много людей, которые просто не читали, ничего не видели и не знали, это, конечно, вот, ну, для меня это было неожиданностью, что мы старались донести информацию до собственника. Наталья, вы сказали, для того, чтобы гражданин принял решение о страховании, очень важны примеры. Вот есть уже какие-то страховые случаи? Надеюсь, что нет. Но... Нет. За 2 месяца, конечно, слава богу, нет никаких страховых случаев. Надеюсь, что их не будет. Да, хочу сказать, что у компании «Согласие» уже есть успешный опыт урегулирования страховых случаев по программе льготного страхования жилья в столичном регионе. Мы выплатили более 360 миллионов рублей. Для нашего региона, конечно, программа новая. 2 месяца она у нас реализована только. Пока обращений к нам не было. Но по порядку обращения тоже могу рассказать, да, чтобы людям было понятно. В целом порядок достаточно простой. То есть он такой же, скажем так, упрощенный, как и страхование. Если с вашим имуществом что-то произошло, имущество у вас застраховано, вы должны обратиться в колл-центр, в круглосуточную горячую линию 8800 номер, сообщить о характере страхового случая, о том, что данный объект застрахован по программе управляющей компании «Паритет». Наши специалисты дадут все консультации, то есть куда необходимо обратиться, примут уведомления о наступлении страховом случае, назначат время личного приема в офисе для подачи документов. Офис наш находится по адресу улица Воровского, 119 в городе Кирове. Далее в обычном режиме, то есть подается пакет документов, организуется осмотр места происшествия, составляются акты,
акты осмотра, акты страхового случая, производится расчет ущерба, и, соответственно, выплата получается безналичным путем на расчетный счет собственника. А с паритетом у вас пилотный проект или есть еще управляющие компании, которым вы доверили? Мы начали в качестве пилота с одной компании, что в любом случае данный проект требовал действительно и настройки, и многих сил, необходимых именно подстройки под нашу конкретную ситуацию. То есть мы приняли решение проект запустить максимально как бы в такой в деликатной форме, да, то есть без навязывания. Это у нас сейчас мы даже исключили вот в квитанции управляющей компании отдельную строчку, у нас остался только QR-код. Настройка есть QR-код. То есть вот эта настройка была произведена именно под наш регион, потому что у нас особенные люди, да, которые всегда увидят, то есть за справедливость и вот эти вот вещи мы прекрасно осознаем. Поэтому мы проект запустили именно как пилот с максимальной подстройкой. Стройка под наш регион. Безусловно, будем рады и продолжить данную практику. Вот как раз, наверное, вот уже после получения и действительно до настройки, до обкатки. Много нюансов было, в том числе внесение изменений в программы, в которые мы ведем начисление коммунальных платежей. Согласование договора достаточно длительное тоже было. Но все сделали, все работает. Мой дом вот не у паритета находится, в управлении. Мой тоже, к сожалению. Поэтому я плачу годовую страховку. Вот, то есть там самостоятельно, не знаю, владельцу одной квартиры невозможно будет пока, да, в этом участвовать. К сожалению, да. Сейчас эта услуга доступна только для жильцов управляющей компании «Паритет». Все остальные могут тоже при необходимости, но, опять же, только годовой вариант для них доступен. Годовой вариант, он вот если сложить эти все платежи больше или примерно то же самое? Годовой вариант будет чуть больше за счет того, что страхование гражданской ответственности для классического клиента дороже, чем здесь. То есть здесь именно страхование гражданской ответственности дешевле получается. Ну и при годовой страховке происходит оценка имущества еще плюсом. Совершенно верно, да. Вот, то есть страховая компания выезжает, проводится осмотр. А в случае страховки через управляющую компанию осмотр имущества не производится. То есть вы страхуетесь, а страховая компания даже, так очень скажем, много доверия, как будто здесь. Да, не знает, что у вас там находится в квартире, но все равно страхует и предлагает вот такое, так скажем, большое страховое покрытие. То есть это выгодный вариант. Согласна, что здесь большой бонус доверия, с одной стороны. С другой стороны, опять же, опираясь на опыт работы в других регионах, данный вид все-таки существует, да, то есть если больше 10 лет данный проект имеет место на рынке, значит, оправдано, да, такое тоже доверие. Если я хочу побудить мою управляющую компанию, я могу это сделать? Или вы скажете, конечно, у вас слишком много старых сделать. Домов, типа моего, например, но и вообще, не будете, конечно, здесь имеет значение качество жилого фонда. Все дома, да, старше 50 лет, не каменные, не кирпичные, не попали в программу. Их немного, у нас, да? Да, то есть у нас все дома после 1970 года постройки только попали. Я живу в суперисторическом здании, видимо, да, мне это не светит. Но если есть интерес, то, безусловно, конечно, можно обращаться и непосредственно к нам в компанию, либо в управляющую компанию, для того, чтобы это предложение стало активным и для жильцов других управляющих компаний. Я думаю, страховая компания «Согласие» продолжит данную практику, и мы будем не единственной управляющей компанией, которая предлагает данную услугу. Потому что она реально хорошая услуга и дает очень много преимуществ жителям многоквартирных домов. Ну, я подумала, что вообще вот еще спокойнее, наверное, да, становится жителям, когда уже поставили счетчики на тепло, там всю эту регуляцию, и есть еще вот такое вот очень простое страхование. Наверное, у вас звонков в управляющую компанию «Паритет» становится меньше вот от тревожных жителей просто потому, что проблем как будто меньше. Охват еще незначительный. Вот 320 человек, у нас 9 тысяч лицевых счетов. То есть я считаю, что еще незначительный охват у нас по страхованию нашего жилого фонда. То есть поэтому продолжаем проводить разъяснительную работу,
собственникам, ну, предлагаем, рассказываем все, и я думаю, что должны они как-то подтянуться, и, так скажем, количество застрахованных жителей у нас должно увеличиться. А вот среднестатистического страхователя портрет есть какой-то? Это там либо пожилой человек, которого заставили дети, либо владельцы какой-то дорогостоящей там квартиры? Мы проводили этот анализ среди тех людей, которые отозвались на эту услугу. На самом деле здесь нет каких-то явных преимуществ ни в гендерном формате, да, то есть это и мужчины, и женщины, и абсолютно разного возраста, и молодые семьи, и в возрасте. Причем костяк, да, который, например, там уже повторно заключил, то есть повторно уже второй месяц оплатил, да, там и третий месяц уже оплатил, как правило, это люди именно среднего возраста. Но опять же говорю, да, есть разные. Есть ведь собственники, которые имеют в собственности квартиру, но не проживают в ней, а находятся, например, в другом регионе. Соответственно, для них очень тоже выгодное предложение страховать квартиру. Совершенно верно. Потому что они в ней не находятся, они ее не контролируют. И я думаю, что вот многие вот именно сейчас страхуются вот средний возраст именно по этой причине. Вот я что еще хотела отметить, что собственники, которые либо уже застрахованы, либо точно знают, что не хотят страховаться, они обращаются к нам в управляющую компанию, мы им убираем из квитанции данную строчку. Но всегда предлагаем, что в случае необходимости вы можете к нам обратиться с заявлением, и мы вам ее туда, соответственно, добавим. А есть какой-то накопительный эффект? Вот я полгода плачу, и поэтому у меня возрастает страховое покрытие, например. Нет, здесь уже все возможные накопительные скидки, они включены в тариф. Тариф на самом деле минимальный. Поэтому здесь только ваше спокойствие, ваш бонус. Что ж, спасибо. Пожелаем действительно всем спокойствия и уверенности в сегодняшнем дне и в своих соседях. У нас в гостях сегодня были директор управляющей компании «Паритет» Анна Клепикова и заместитель директора филиала по розничному страхованию кировского филиала страховой компании «Согласие» Наталья Милютина. Спасибо вам. Спасибо. Полезный город.